размером с большого бюльбюля. Хорош, так в контру. Куколь. Угу. Мне очень долго туман не уходит. И солнышко не появляется. Видели куколь, но снять не сумели. Это гора. Она вся в облаках. Вот дикая пассифлора. На дорожке. А рядом акация. Мимоза. Угу. Свернула листик. Вот так она красивенько цветет. Что-то этот не хочет реагировать. А тот свернулся весь. И уже его нет. Ага, все. Вот он свернутый. Цапля. Китайская трудовая. Китайский волчок. Мужичок. Плодиков кушает. Сколько? 24? 24. А поднялись на 100? На 100. А парилка будет здоров сегодня. Вот такой день. Вот и дождя. Какие деревья огромные. Лес молчит. А? Шаров отстает. Нет ни одной птички. Она вроде только топает. Давай, давай, догоняй. Тишина. Вот на нашем пути корень какой. Тут вверх идти. Перешагивать. И идти, идти, идти по корешкам. Все выше и выше. Ну я на цикаде. Коль, ну прям как будто тут какие-то обезьяны. Стал, короче, улей за год почему-то. Он такой маленький стал. Тригона. Что он называется по латыни? Тригона. Чисто на километр с гаком. По-тайски? Ага. Значит, мы не дойдем никогда. Ага.
Обнам. Сядем и будем ждать гак. Что, Рафлези? Майми. Ну вот. Рафлезия есть. Она в лесу. Но только еще не распустилась, поэтому Коля расстроился. Вот она со своими почками. Рассаду можно садить капусту, если есть капуста. Ну, так идешь по лесу, идешь, и вдруг... Ой, батюшки, что это? Рафлезия будущее. Вот еще одно место, где растут разного размера почки. Вот как нам не повезло. Такая рафлезия. И вот совсем юная рафлезия. Вот бывшее место, огороженное для рафлезии. Она здесь уже не растет. Приходится идти вон вверх в гору. Зато растет вот тут. Перешла, перебралась в кусты. Вон она в кустах. Фиолетовая. Ждет своего часа. Какое большое дерево. Очень интересный корень. На тропе появился товарищ Шаров. Это мы спустились к дороге. Здесь вид на долину. Коль, да. Надо было носки спреем от комаров мажутся, вот на ватерфал идут, берут спрей и спреем без носков идут. Какие-то такие приправы, которые... Рыба ушла. Дай приправы. Я еще не снимаю. Тут вот у меня рыба ушла. Темно, потому что... Ага, вот она. Но... Рыбина пришла. Ой, тащит скорее, быстрее. Она бежит, несет том-ям. Том-ям. Хорошо. Да, ух. Ну, она уже... Она не слышала. Понимает, просто она... Не поняла, что я говорю. Ой, совсем. Ой, не плачь. Чарай. Ламин. Ламин? Ламин. Да. Пла. Тале. Нот гурами. Ну не гурами, не гурами. Вот знаем. Ламин. Тале. Ламин. Лали. Ю. Тале.
Заливе. На рудяк. Крупный с горлицу. Крупный с горлицу. Птица. Так уже. Горлица. На фоне неба непонятно какая. Китайская. Бюль-бюль. Желтогузь. Красивая. Усы, головка какая. Хорошая. Мухоловка. Так, мухоловка еще одна. Еще, по-моему, мухоловка. Вот тут растет куст кофе. Вот у него такие цветы недалеко от БАУ. Сам куст. Их вода интересует. Вот бюль-бюль. Так, наверху это... А? Наверху это портной мелкий. Птички моются. Моются. А это пестрогорлый моется. Thank you.
хорошо видите? Угу. Боюсь, яркости недостаточно. Передний план мешает. Да, вот эти ветки передние. Аисты. Очень редкий вид. Тайландецкий аист. Подтягивайте сюда. Ой, какие большие крылья. Ой, башка длинная, шея длинная. Красавчик. Вот, 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 на, такой. Я бы сказала, что... Видишь? Что? Хорнбилл, думаешь? Я бы сказала... Куколь под пальмой гуляет. Ну, нашел, нашел. Хорошо, 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 хорошо. Это не нектарница. Нет, это не нектарница. То ли мухоловка. Нет, нет, не пойму, это крылышко. Так, теперь я вижу там. Все, так выкают бабочки очень часто. Я вижу. Портной. Старается, не села. Красавица. А это карница. Весная трясогузка. Это самую птичку. По-моему, древесная трясогузка. Вот навелось. Нектарница. Очень мелко. Червячка взяла. Это у нас самка. Это красавица. Это уже не дикие петухи. Зиморские. Ты цвет видишь? Не, ну те же самые, что у нас были. Ну-ка, сильно плохо получилось. И он второй. Так, ничего. Вот, ну вот видно, да, фигурку? Видно, что это, да, вот этот вот. Лягушка. Маленькая. А вот свет не идет. Еще одна лягушка такая же, но цвет абсолютно не тот.
Вон еще лягушка. Это видео, да? Да. Вот свет. Посмотрите на эту красотку. Хорошая. Какая длинненькая у нее. Ой, какая. Рожки. Но да, цвет да, совсем да, не тот. Хвост. Ой, зарядка заканчивается. Тоже. А у меня вторая батарейка.